Гений, исполненный в камне, в Ульяновске торжественно открылся памятник Сергею Есенину. Скульптурный портрет был создан еще в 70-х годах. Сегодня творение известного народного художника Анатолия Бичукова вышло в свет. В сквере Музея изобразительного искусства собрались художники, писатели и первые лица города. Сергей Морозов рассказал загадочную историю появления монумента. Почему его презентовали именно нашему музею, насколько я понимаю, до сих пор нам неизвестно. После этого почти 50 лет скульптурный портрет удивительного художника Слова пылился в хранилище художественного музея. И сегодня, наконец-то, к нашему общему счастью, пришло время выставить его в открытом доступе. Как оказалось, Сергей Есенин был хорошо знаком с уроженцами Симбирской губернии. С поэтами Вольфом Эрлихом и Александром Ширяевцем их связывала дружба и тяга к русской этнике. Ульянские живописцы рады появлению бюста. Некоторые из них уже успели поделиться не только впечатлениями, но и планами на будущее. Выставочные тенденции на 2020 анонсировал Николай Чернов, председатель Ульянского регионального отделения Союза художников. На следующий год, естественно, опять же будет также запланирована и детская выставка, и молодежная выставка. Но детская выставка просит нас преподаватели со школы искусства проводить эти выставки, не бросать их, мы поэтому проводим. Ну а детские, молодежные выставки, естественно, нужно проводить, потому что молодежь меняется и меняется в лучшую сторону. В 2020 году исполнится 125 лет со дня рождения Сергея Есенина. Рядом с его монументом планируется проведение литературных вечеров с участием любителей поэзии. Напомним, Ульяновская область участвует в нацпроекте «Культура». Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Управды ТВ.